Друзья, всем большой привет! Сегодня я расскажу вам об одном очень полезном самодельном средстве, которое кому-то из вас, мои дорогие зрители, обязательно пригодится. Для его изготовления понадобится обычный силиконовый герметик. У меня он будет прозрачного цвета. И любой растворитель для краски. Я буду использовать ксилол. Берем банку или стакан и при помощи специального пистолета выдавливаем немного герметика. Затем наливаем туда же растворитель в соотношении 1 к 10 примерно. И хорошенько размешиваем, пока весь герметик не растворится. Далее я взял пустой баллончик от распылителя для мытья окон и налил туда получившийся раствор. Теперь можно проверить, как работает получившееся средство. В качестве эксперимента я буду использовать разные материалы. В первую очередь берем два листа картона и делаем пометку маркером, чтобы впоследствии отличить обработанную поверхность составом от необработанной. Еще я взял кусок фанеры и два отрезка кровли, то есть шифера, и нанес на них мое чудо-средство. Прошел примерно 1 час, и все обработанные поверхности полностью высохли. Далее я взял распылитель с водой и нанес ее на все поверхности. Как вы могли заметить, те поверхности, которые были покрыты спецсредством, получили очень хороший гидрофобный эффект. То есть они перестали впитывать в себя воду, а стали ее отталкивать. Кстати, это средство можно наносить на стекло и кузов автомобиля, тем самым защитить его от грязи и дождя. Ну а на сегодня у меня все. Если мой совет вам понравился, берите его на заметку. Желаю всем добра, берегите себя. Пока-пока.